Привет, друзья мои! Предлагаю вашему вниманию вот такую вот замечательную работу. Работа с текстурной пастой, мастихином и кисточками. То есть такая смешанная техника. Вот такая объемная. Вот если посмотреть сбоку. То есть все я подробно рассказываю, показываю. Работа максимально простая, как бы несложно выполняется. Вот я со всех сторон вам показываю, насколько все это объемно. Так вот они как настоящие эти розы. Вот такую работу. Если желаете этот мастер-класс приобрести, в описании под видео есть ссылочка на канал Boosty. Переходите туда. Цена небольшая. Приобретайте, пишите. Фон можно сделать абсолютно любой, как в нежных тонах, так и в более каких-то ярких. Жду вас всех там. Подписывайтесь. Буду очень рада.